у одного из моих учителей, у Жильбера Рено, у него была такая история. Он рассказывает, что вот он там ездил на работу, ему до работы было ехать 2 часа. И однажды он, ну, там, скажем, там работа началась в 9, к примеру, да, а в 7 часов он выезжал. И вот однажды он выехал в 7.15, я, говорит, еду и понимаю, что я беспокоюсь о том, что я опаздываю. И я в какой-то момент думаю, подожди, но я же не опаздываю. Опаздывать я начну, когда я в 9 часов не буду на месте. А сейчас я еще пока не опаздываю. Сейчас я еще целых час 45, я никуда не опаздываю. Я могу этот час 45 провести абсолютно счастливым человеком. А вот когда стукнет 9 часов, тогда я начну опаздывать. И вот тогда 15 минут я помучаюсь, как бы, да. А здесь-то зачем мучиться все 2 часа? И вот я как-то, помню, тогда это уловил, я понял такую штуку, что, ну, тоже бывает, куда-нибудь опаздываешь, но ты там едешь куда-нибудь на метро, думаешь, от того, что я сейчас буду переживать по этому поводу, ничего это не изменится. Быстрее я ехать, метро не поедет. Да, ну, приеду там. И, как правило, когда вот так вот настраиваешься, приезжаешь, тут выясняется, что там, а там тебя никто и не ждал, или там все другие опоздали, или что ты вообще вовремя приехал, да, что тоже так бывает. Приехал вовремя, думаешь, что я ехал там этот час, переживал, там рвал на себе волосы. Вообще непонятно о чем, зачем переживать об этом.